Всем привет, вон такой мостик, это парк Победы. Такие вот плавают утки на речке Веселка. Смотрите, такая вот красота, такие вот утки. Это у нас магазин Лента. Такая вот дорожка. Красота и благодать. Вон плавают утки. Вон они, утки. А здесь такой вот заборчик. Загородили. Что-то тут делают. Такие вот дураки все расписывают. Такие плавают утки в парке Победы на речке Веселка. Такая вот красота, вот мост через речку Веселка в парке Победы. Такая вот красота, парк Победы, Белгород. Не забываем ставить лайк, пишите комментарии, ставьте колокольчик, ставьте уведомления, чтобы не пропустить первые видео. Тут сидят, отдыхают. Тут так продают кофе, можно взять. Такой мост. Такую вот набережную сделали. Красивую, ухоженную. Такая красивая набережная. Такая вот сцена прямо. Такая вот территория, где летом танцуют. Это парк Победы. Такая вот красота. Такая вот сцена. Здесь устраивают летом танцульки. С мая по октябрь. Везде лавочки. Можно присесть, отдохнуть. Такой вот парк Победы. Красивый, чистый, ухоженный. Вон она, сцена. Такая вот красота. Это у нас картинная галерея. Такая вот аллея. Летнюю террасу монтирует кафе. Красивый парк Победы. Летнюю террасу монтирует. Красота и благодать. Какая задняя сцена.
такая вот аллея. Красивая, с лавочками, с урнами. И можно отдохнуть, посидеть. Красота, чистота и ухоженность. Такой вот парк Победы. Ставим уведомления, чтобы не пропустить, первым увидите видео и подписывайтесь на мой канал. Такой вот памятник. Такая вот прямо детская площадка. Тут все переделывают. Прямо детская площадка. А тут переделывают плитку. Перекладывают плитку. Тут и вот тут кусочек. Передел плитку. Вон детская площадка. А это у нас фонтан. Но он уже не работает. Такая вот кафешка длинная. И можно посидеть, что-нибудь съесть и попить кофе. Еда на колесах вон тоже. И там вот кофе продают. Такой вот у нас в Белгороде парк Победы. Там делают селфи за 100 рублей. Такая вот кафешка на колесах. Электросамокаты можно брать на прокат. Такая вот фотобудка, моментальное фото за 100 рублей. Вон еще раз вам покажу такой памятник. Тут перекладывают плитку. Такая детская площадка. Такая вот аллея вот. Тут тоже переделывают плитку, перекладывают. Такая вот детская площадка для детей. Красивый парк Победы. Такой паровозик катает детей вон прямо. Вон люди сидят, отдыхают. Привет, привет. Настя, передайте привет. А может быть нам и правда вот здесь фотографировать, чтобы, а то там было солнышко, на мой телефон. Привет, 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 Сашуля. Мы вас любим, уважаем. Дай Бог тебе здоровья. Я тебе еще и намазала. Дай Бог тебе здоровья, дай Бог здоровья. Чтобы все было нормально. Такой парк Победы. Детская площадка. Вон прямо такая вот детская спортивная игровая зона. Детская площадка. Такая территория. Парк Победы, Белгород. Такая детская спортивная площадка.
футбол играют, волейбол, баскетбол. И на турниках занимаются люди. Такой парк по-своему красивый, ухоженный. Вон прямо деревянный, это детский городок. Такой вот парк красивый. Вон прямо едет паровозик, детей катает. Вон детский городок такой вот сделанный. Всем пока, всем до новых встреч. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.